Вот тебе обещал снять дома в городе. Вот они, вот видишь, вот так вот расположен, вот такой там дворик, закоулочек. Вот мы шли прошлый раз, вот здесь была натянута веревка, белье сушилось. А, ну вот она натянута, только белья нету. Вот, и вот видишь, по крышам она не один к одному просто расположена, и там вот то же самое. Они один на одном налеплены. Вот там вот видно. Они один к одному прилеплены, то есть, ну, не очень прикольно. Вот здесь вот, вот видно, что вот они один к одному стоят. То есть это разные дома. И тут же у тебя типа вот такой вот дом под боком. Ну так, не очень прикольно, как бы. Ну, нам во всяком случае не нравится такое. Лучше в деревне, где у тебя далеко друг от друга дома находятся. Там вот. Вот один дом, вот другой, третий, четвертый. Вот они идут друг за другом. А может быть вот такой вот. Продажу, сними. Сейчас сниму. Может быть вот такой. Вот у тебя тут типа разруха какая-то, а вот здесь вот ты живешь. Кстати, квартиры на продажу. Можешь позвонить, вернее, смс куда писать. Ну, дом хороший, новый. Хороший, новый дом. Там еще можно пройтись по двору и покатать. Балконы. Вот домишки, то, что мы говорили, налепленные друг к другу. Вот двор. Еще самый прикол. Вот у тебя вход. Домики-то прикольные, конечно, но тут даже клумбу не посадить. Ну вот, типа двор. О. Давай все один друг к другу стоят. Ну здесь вот шикарно, огромный двор. Кошка спит на крыше.